Первый алтайский мед 2020 года уже можно попробовать. В регионе стартовал сезон качки этого уникального природного лакомства. Репортаж из Поспелихинского района. Этот вкус невозможно описать, потому что он не похож на то, что было раньше. В этом году ранняя жаркая весна на Алтае сместила сроки цветения растений, что изменило качественный состав. Мед от этого не стал хуже или лучше, он стал другим. Ну, с пчелами неплохо. С медом пока неизвестно еще. Собираемся поглядеть, качку провести, но есть маленько. Первые качки на степных пасеках дают надежду, меда будет много. Пчелиное поголовье полностью восстановилось после прошлогоднего пчелопада. Напомню, от химобработок полей тогда погибло 548, пострадало 4086 пчелосемей. Сейчас край 182 тысячи, это на 2000 пчелосемей больше прошлогоднего. Мы берем, например, как пчеловод, он размещает свою пасеку и проверяет геопозицию. На сегодняшний день благополучие для пчел не это, потому что идет обработка поля. Химикат Селект, класс опасности 3. Специалист отдела растениеводства Нина Пантелеева рассказывает, как в Поспелихинском районе прямо сейчас работает система предупреждения о химобработках через региональный агропортал Респак и мобильное приложение для пчеловодов «Пасека». Небывалое нашествие на край вредителей прошлым летом спровоцировало губительные для пчел химобработки. В этом сезоне угроза совсем рядом. Сегодня не регистрируем, значит, какого-то увеличения числа вредителей на наших полях. Однако поступает информация об увеличении вредителей в соседних, значит, государствах, в Казахстане, Киргизии. Поэтому здесь расслабляться нельзя. В таких условиях вряд ли кто откажется от химобработок полей, поставив на карту судьбу своего урожая. Но чтобы пчелы больше не гибли от химии, надо предупреждать, чтобы ульи успевали вывозить на несколько дней из опасных мест. Пока что пасечникам звонят по телефону. 100 пасек в районе означает 100 звонков. Пользователи мобильного приложения «Пасека» получают информацию вне очереди, практически мгновенно. Так что остается время подготовиться к обработкам полей и накачать первый в этом сезоне мед. Мед-то есть? Есть, там дело. Кроме как капать в улья. Дмитрий Клишин, Александр Киреев, Владислав Люшенко, «Вести Алтай».